Вітаю, в ефірі «Тема дня». І в гостях у нас сьогодні директор міської клінічної лікарні номер 10 Денис Себов. Денис Михайлович, я вас вітаю. І, зараз такий час, що ми всі підводимо якісь підсумки. Підсумки 2020 року, який дійсно був надзвичайним у всіх відношеннях. І всі можуть дійсно згадувати якийсь негатив, але мені здається, що це рік, який нас багато чому навчив. І, по-перше, це лікарі, мені здається, це перші люди, які відчували вплив цієї ситуації, пандемії. Ось що можна сказати про те, чому навчив дійсно наших лікарів цей надзвичайний такий рік? Год действительно уникальный. Еще бы вот, в начале года мне кто-то сказал, как будет протекать и что, какие будут действия. Ну, можно было поверить это туда. Я бы сказал, что это шутка. Да. Это шутка, потому что на самом деле те события, которые произошли, они уникальны в своем роде. Угу. Они негативны, конечно же. Да? Это медико-биологическая катастрофа, которая произошла вследствие последствий коронавирусной инфекции, и понятно, что ликвидация ее — это действительно событие общепланетного масштаба. И, конечно же, наша Украина тоже включилась, наши украинские врачи включились. Надо отдать должное нашим профессионалам и медицинским работникам, не только врачам, но и средним медицинским работникам, санитаркам. Конкретно про больницу 10-ю можно сказать, что это действительно уникальная ситуация, и все прошли через так называемую медицинскую сознательность. То есть никто не злякався, никто не звільнився. Совершенно верно. И мне кажется, взагалі ось организация лікувального закладу, праці лікувального закладу під час пандемии, это дуже цікавий досвід, будемо так говорити, бо, наприклад, ваша лікарня, спочатку вона не була опорною, тобто увесь удар на себе прийняла інфекційна лікарня, але і вона не витримувала, і ви одразу підхопили. Ви одразу підхопили цю естафету, будемо так говорити, да? А потім вже з'явилось ковідне відділення, яке було пристосоване. От як вам доводилось реагувати на все це? Тобто кожного дня було щось нове, я так розумію? Первый пациент в Одессе появился, так называемый пациент 0, 15 марта зафиксирован первый случай коронавирусной болезни. С этого момента произошло развитие всей службы, становление, перепрофилирование отделений разных больниц на службу борьбы с коронавирусной болезнью. На данном этапе, конечно же, это уже очень большой арсенал, это 925 коек в городе Одессе, это я говорю сейчас про городскую службу, которые обеспечивают оказание медицинской помощи при коронавирусной болезни в городе Одессе. Происходил мониторинг департаментом здравоохранения о заполняемости выделенных коек. Вы знаете, что сначала это была инфекционная больница, затем добавилась 5-я городская больница, потом добавились наши лечебные учреждения высокоспециализированные, многопрофильные. Это 1-я и 10-я городские клинические больницы, и потом опять 5-я больница включилась, и сейчас опять включилась городская больница номер 1, добавляются, перепрофилируются дополнительные койки. Весь этот тандем прослеживается из-за того, что происходило определенное заполнение коечного фонда. Когда идет постоянное напряжение на существующий коечный фонд более 70%, сразу же принимается решение об открытии следующего перепрофилированного отделения. Вот сейчас наряду с открытыми койками уже готовится городская больница номер 8 и еще один корпус городской больницы номер 5. То есть это следующий ответ, если придется, так скажем, на вызов коронавирусной болезни. Если будет пациентов много, начнут подключаться новые лечебные учреждения. Але ми розуміємо, що все ж таки ресурси вони не безмежні. І якщо відкривається якесь відділення ковідне, тобто якийсь коїчний фонд віддається під ковід, то чимось доводиться жертвувати, так? У вашому випадку, як ви організували це питання? Ми відносимося к оранжевій зоні. Що це означає? Що планова допомога запрещена, чтобы не давать распространение коронавирусной болезни. Таким образом, все ставки, которые были предрасположены, организованы для плановой помощи, их всех пришлось перепрофилировать для организации помощи при коронавирусной болезни. Але невідкладна допомога, вона також, вона існує. Конечно.
Конечно. Ургентная помощь никак не поменялась. Она работает по тому же принципу. И плюс еще к тому, у нас есть так называемая плановая неотложная помощь, когда неоказание помощи может каким-то существенным образом повлиять на состояние больного и ухудшить его. Поэтому таких пациентов мы тоже обследуем, лечим, потому что окончательно плановую помощь, это так называемая безотлагательная помощь, да, когда пациент еще ургентно, то есть совсем неотложно не требует помощи, но уже мы понимаем, что если мы сейчас ее не окажем, то дальше пациент станет неотложным. То есть угу. до такого никто не допустит. Саме так. И эти пациенты також отримують допомогу. Ну и мне кажется, что сегодня уже, ну, майже рік вся эта ситуация. І сьогодні вже є досвід не тільки щодо лікування ковіду, але ще є досвід щодо ускладнень, до яких він призводить. Так? Ми з вами колись зустрічалися у цій студії, ми обговорили про те, що найбільш вразлива – це нервова система та серцево-судинна. Так? От сьогодні вже можна ще підводити підсумки, ще узагальнювати цей досвід. Сьогодні які найчастіші ускладнення ви спостерігаєте? Да, мы уже говорили о том, что в основном страдает нервная и сердечно-сосудистая системы. Есть так называемая желудочная форма коронавирусной болезни, когда он протекает под маской панкреатита с нарушением стула, с болями в животе. К сожалению, такую форму мы тоже наблюдаем. Поэтому коронавирусного больного можно, к сожалению, обнаружить в любом отделении, и это случается. Я вам скажу, что когда мы открыли коронавирусное отделение, стало работать, с одной стороны, конечно, сложнее тем, кто работает в нем, но это несколько разгрузило проблемы других структурных подразделений, когда выявлялись одиночные случаи в других отделениях. Они все равно выявляются и будут выявляться, потому что, к сожалению... Это уже ковид, они идут до цієї палаты. К сожалению, настолько неспецифичная симптоматика, что пациент может почувствовать недомогание и болезнь другого манифеста, и просто есть неправильная диагностика не из-за того, что как бы плохая диагностика, а из-за того, что она очень разносторонняя. Дійсно, ось ці ускладнення. Ускладнення на серцеву, на серцево-судинну систему, вони можуть виявлятися у виді інфаркту чи інсульту, так? І це пов'язане із станом крові, так? Да, это так называемые тромбоэмболические осложнения, которые бывают очень часто при коронавирусной болезни. Действительно, действие коронавируса таково, что очень сильно меняются реологические способности крови и происходят так называемые тромботические осложнения. То есть кровь свертывается в сосуды. Как этого уникнуть, если людина уже знает, она хворіє на коронавирус, чи перехворіла? Как уникнуть этих ускладнений? Начнем с того, что надо лечиться обязательно с доктором. Потому что именно доктор будет иметь ответственность правильного назначения лекарств. Действительно, в тяжелых случаях протекания коронавирусной болезни требуется назначение препаратов, регулирующих свертываемость крови. Но это надо обязательно делать не в самолечении, потому что это крайне опасно. Только лікар, він може, там, знаючи усі супутні патології, призначати такі ліки. У нас есть уже несколько протоколов. Есть украинский, очень хороший протокол. Его в ноябре опять обновили. Надо отдать должное Министерству здравоохранения, что это происходит оперативно. Мы при значительных каких-то новостях в лечении коронавирусной болезни у нас сразу же появляется новый протокол. Так вот, последний уже даже со схемами, со стандартами и действительно очень подробной схемы, например, антикоагулянтного лечения, о чем мы сейчас с вами говорим. Надо дать должное и другим системам здравоохранения. Уже достаточно большой накопленный опыт. Мы говорим уже о десятках тысяч заболеваний, к сожалению. А если мы говорим о мире, то это несколько десятков миллионов заболеваний. Есть американский протокол ведения коронавирусной болезни. И каждая страна имеет какие-то особенности, вот их можно также ну, учитывать. Эти протоколы, они узагальнюют цей досвід, да, каждого ну, раза. Можно здесь обобщить одно, что антикоагулянтное лечение требуется только при тяжелых формах заболевания, и на профилактическом этапе не это треба. Ни в коем случае делать нельзя, потому что это, наоборот, может вызвать какие-то, наоборот, геморрагические осложнения, то есть кровотечение. Поэтому здесь... А нам этого также не треба. Не требуется. Да.
ситуація. Да. І зараз ну, вже розпочалися свята, і свята вони завжди у нас супроводжуються столами, вони супроводжуються також прийомом алкоголю, а ми розуміємо, що багато дуже людей зараз ну, отримують терапію. Як це поєднати? Як це поєднати? Бо ми розуміємо, що свята в нас довго тривають, так? На самом деле, действительно, коронавирусная болезнь коварна своими осложнениями. В принципе, надо относиться к коронавирусу как к простуде. Но, к сожалению, к простуде, которая часто дает осложнения. Поэтому, если правильно себя вести и соблюдать правила лечения банальной простуды, то, конечно же, осложнений не будет. Особенно касается тех пациентов, которые не зоны риска. Конечно же, не надо отменять праздников, это неправильно, потому что и так много негативной информации, хочется больше позитивного. Поэтому, конечно же, надо праздновать и нужно праздновать. Ну, новогодний праздник – традиционно семейный праздник. Конечно же, лучше это сделать в кругу друзей, не посещать каких-то общественных мероприятий. А если уже и приходится их посещать, то, конечно же, это делать со всеми средствами защиты, да? То есть носить маску, иметь меньше контактов, не соблюдать зонирование, то есть не иметь близких контактов, стараться делать контакт не более 15 минут, потому что это все те принципы, которые, в принципе, помогают и действуют. Действительно, можно, личный опыт скажу, что по личному опыту, что действительно средства индивидуальной защиты, они защищают от коронавируса. Поэтому об этом надо помнить и, конечно же, постараться в новогодние праздники вести себя достойно в плане того, чтобы не заразиться. Ну, це зрозуміло. А ось все ж таки алкоголь та ліки. Алкоголь та ліки. Чи можна це поєднувати? Чи якщо все ж таки людина отримала якось лікування, ну, треба відмовитись від цього на ці свята? Я розумію. Новий рік, Різдво, там ще буде багато чого. От як? Ну, если уже довелось заболеть коронавирусной болезнью или иметь респираторные симптомы, конечно же, тут нужно полное лечение, которое списал врач. Нельзя сказать так, что алкоголь взаимодействует со всеми лекарственными веществами. Есть лишь деякі, не можно. Да. Как правило, в инструкции, а еще лучше по рекомендации врача, стоит опросить и спросить, какие вещества алкоголь усиливает, какие тормозит. Потому что есть лекарственные препараты, которые под действием алкоголя действуют сильнее. Есть, которые наоборот, действуют слабее или вообще не действуют. Вот это опасность. Большое количество алкоголя само по себе опасно, потому что это отравление. Да. А если мы говорим о умеренном потреблении алкоголя, продуктов питания, имеется в виду таких, которые жирные, жареные, тяжелые, да, как бы такое слово, наверное, подберем, то, конечно же, здесь требуется ограничение, и не только из-за коронавируса, потому что, да, к сожалению, это опасно для здоровья. Ну, до речи, с Нового року з'являються нові протоколи щодо виклику швидкої допомоги. І ось тут, якщо ми вже говоримо про ці стани щодо серцево-судинної системи, тобто інфаркти чи інсульти, як взагалі людина, яка ну, розуміє, що ось людині поряд плохо, як їй донести до диспетчера, що саме відбувається і що дійсно людина потребує допомоги? Ну, протокол введен еще и для диспетчеров. То есть в первую очередь мы говорим о том, что есть точный, четкий опросник, что диспетчер спросит. Вот тут очень важно максимально коммуницировать правильно с диспетчером. Не ничего, разгубитись. Совершенно верно. Не растеряться в первую очередь, а во вторую ничего не прибавлять. Потому что, вот, допустим, многие считают, что надо сказать, что все-все плохо, там что-то прибавить в симптомах, чтобы действительно скорая приехала наверняка. На 100% уже, так? Вот здесь вот надо как бы тоже понимать и лучше максимально адекватно скоммуницировать с диспетчером, рассказать, что действительно с пациентом происходит. Потому что иногда пациенту может показаться, что он расскажет что-то усугубление какое-либо, а на самом деле диспетчер по своему алгоритму вырешит, что наоборот треба. Примет решение, что здесь наоборот ну, это незначимо или не является причиной вызова скорой. Вот здесь очень важно правильно транслировать информацию для диспетчера и помнить, что диспетчер тоже не врач. Диспетчер будет выполнять
четко СОП, стандартную операционную процедуру, которая у него есть, и он сделает именно то, что требуется диспетчеру. Да? То есть, если, допустим, говорим о коронавирусной болезни, то есть четкие показания для госпитализации и выезда скорой. Это температура более 38,5 градусов, это сатурация меньше 92%, или выраженная одышка, или выраженная общая слабость, которая сопровождается невозможностью передвижения пациента, то есть он не может передвигаться. Вот это, конечно же, сразу же звоночек диспетчеру, чтобы он передал вызов и приехала соответствующая скорая помощь, которая будет в средствах индивидуальной защиты согласно дополнению по стандартам коронавирусной болезни. То есть у нас разработан специальный стандарт, как должна скорая помощь выглядеть при приезде на адрес с коронавирусной болезнью. Так. Ну, так далее. Я так розумію, що цей алгоритм, він також діє і для інших хвороб, але саме ось, ну, з новорічних свят починає вже діяти ці протоколи, і мені здається, що наслідки ось цього розподілення, ну, ми вже побачимо за декілька місяців, тому я чекаю вас у цій студії ще. От, ми вже будемо обговорювати, як це вплинуло на здоров'я наших одеситів. Я дякую вам, що прийшли до нас. Я вітаю вас із всіми святами. І нагадаю, що в гостях у нас сьогодні був директор міської клінічної лікарні номер 10 Денис Себов.